Вот хочу вам сейчас показать, где находится четвертичный рынок Могиле Гульверен. Вот. Обычные дни, до четверга она является обычным автомобильным рынком и закрытым, и открытым. Вот завтра отсюда машину вот внутри из-под этого паркинга уберут. Вот. И там будет вот это все, это, там будет внутри рынок уже. И овощной, и это, чтобы и продовольственный. Чтобы знали, я меня попросили подписчицы мне, где вот купить вот это вот черешню, мережню, вот все такое. Вот это место вот. И понедельничный это там, где Отогар, а это Могиле Гульверен. Вот такие дни смотрите. Это обыкновенный автомобильный вот этот рынок. И закрытый, и открытый, все. Вот. Чтобы вы не перепутали. Потому что понедельник бывает в другом месте, во вторник бывает в другом месте. В среду нет в этих районах. Вот. Четверг вот здесь, пятница в Ахатлы. Вот. Пятничный рынок в Ахатлы. Вот такие вот дела. Смотрите, сегодня тут пусто, завтра здесь все машины. Вот отсюда все выгонят оттуда, из-под этого. И туда уже переселятся на целый день. Завтра до самого вечера будет рынок. И овощной, и такой, все-все. Вот такие дела. Это для тех, кто хочет найти рынок, где находится. Потому что поставлю сейчас геолокацию. Это четвертичный рынок Могиле Гульверен КПС.